Уважаемые подписчики, вы у меня постоянно спрашивали, чем отличается район Фрунзенский Минска от там Новой Боровой или Зеленой Гавани. Вот я вам сейчас примерно покажу, чем он отличается. Я около этого дома из своего ролика. Здорово. Ну как дела? А что это? Ну как у вас? Телефон? Да. Половинка только телефона. Даже дровокос мой. Кого? Кирпича Эрсона, первого. Слушай, а вот это вот все, это что за вынос с хаты? Что? Это кто-то кидал сверху или снизу? Где? Ну, во-во-во. Это что, это, кстати, университет, это... Только здесь, ну, кстати, вот здесь вот. Это было чисто. Это все, да, это... Все это, можете кидать, уносить, выпрыгивать, все. Прям оттуда сверху, как в ТикТоке? Как в ТикТоке, хоть их. Я понял. То есть выбрасывают прям просто сверху? Вот так, сверху, и вот только... И на себе не меняются. Мамочки, ну ясно. И часто тут такое? То внуку 1 мая, 9 мая, при закрытиях, при открытиях, рыба хорошая, как у вас. Я понял. Тебе сразу договорился, рука в Интерпол. Прикольно. Ясно. Хороший кол, да, дровокол. А прикол, дровокол. Да это прикол, а не кол. Ну ясно. Ну, короче, нет, просто тут я просто в шоке, что вот тут и тут все валяется, вот так вот, плясь, плясь. Зачем нашу ласточку эту? Якую? Первый секонд наш. Ну-ну. Это, ну, это первый, ну, зелененькую тут. Так. У Мерседеса нашего. И что с ним? Сними, покажи латочку. Секс, унисекс. Вот эту латочку сними, покажи. А, вот эту? Вот, вот, и вот, что вот, с ней вот, было? Скажи, первый секс унисекс. Вот так вот, скажи. Левокол. Только не бей по ней палкой, пожалуйста. Так. 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 Не, не надо так делать, наверное, это ж чья-то. Это что наша здесь? Чья наша мусорка? Вон только на ту идет заходить. Делай секс унисекс и пересортировка мусора. Я понял. Что секс унисекс, что давай. Скоро все повыкидали? Да, что-то был секс унисекс. О, положил секс унисекс, это я тоже надо переработать сама. Ого, вот, прикольно. Не, спасибо. Что-то новенького так приехал. Что-то не навыкнувалось. То есть я насыщ, может, что-то останет у них. Ну, хорошая. Такого нигде нету. А еще есть что-нибудь интересное? Смотри, здесь вот я вот два смотрю, покажу. Как вот здесь вот, смотри, на новое. А что тебе интересно надо? Ну не знаю, хоть что-нибудь. Интересно. Вот тоже новенький, все новенькое. Тут перерыв, чтобы смотреть. Это всех у них сердце, там подожди был секс. Так, новенькое, что у нас тут новенькое. Для детей, для себя, для жены. Можем здесь детка носить. Ну прикольно. Так, блин, новенькие. Тоже да, интересно. Для жены. Новенькие. Нормально. Тоже новенькие. Супер. Так, для, это, для... Это для девочек, это для цыганочек. Цыганочек? Рубиночек. Ну да. Для волдавочек. А вот такие каблы. Ой, это вообще бомба. Это для перемоется. Это в башу ходить. Куда? В башу. Помыться. Я понял, в башу. Так. А ты не так будешь на хайшопе старая. Телефон такой. Ну ясно. Так. Ну прикольно. Ладно, пойду. Спасибо. Все, счастливенько. Все, пока. Ну, в общем, вот, вот, ребятки, коротко я вам показал, чем отличается вот район Фрунзенская от Новой Боровой. Вот. А вы думаете, где приобретать жилье и где проживать в Минске, и где сколько стоит квадратный метр? Вечерний садовой. Вечерний садовой.